Первым делом – знакомство с производственными мощностями. Спецодежда, промышленная рабочая обувь, товары для дома из пластика, швейный цех, разработка и изготовление пресс-форм. Предприятие ни на минуту не перестает развиваться в самых разных направлениях. Главная отличительная черта – безупречное качество продукции. Это производство богато не только номенклатурой произведенной продукции, самое главное – оно богато людьми. Богато теми специалистами, которые здесь работают. Ведь те технологии, которые у них есть, и та продукция, это надо делать на очень высоком уровне. Это должны быть специалисты высокого уровня. И это самое главное на любом предприятии. Есть специалисты, есть производство. Главным пунктом назначения стало новое импортозамещающее производство стоматологических принадлежностей, одноразовых слюноотсосов. Инновационный проект запустили в 2023-м. В этом году продукт уже опробируют в Беларуси. Отечественное детище после выхода на проектную мощность в 2026-м планируют охватить 64,4% внутреннего рынка. Данная производственная линия является инновационной для Республики Беларусь, так как таких производств еще у нас нету. Вот. И плюс этой линии самый большой заключается в том, что производственный процесс он полностью автоматизирован. Сборка и упаковка готовых изделий происходит в одном месте, как бы в чистом помещении, в соответствии со всеми регламентами и требованиями для данного типа медицинского изделия. Главной целью по-прежнему остается импортозамещение. Современное производство позволяет не только выпускать качественный белорусский продукт, но и существенно облегчать работу стоматологам. Также благодаря внедрению новой линии расширилось и количество рабочих мест. Трудиться могут 4 человека. То, что мы сегодня увидели новую линию по производству слюноотсосов, это один из таких шагов, которые достаточно актуальны. Наши стоматологи уже испробовали эти расходные материалы и достаточно хорошую дали оценку по качеству изготовления. И я уверен, что пройдя все вопросы экспертизы и испытания, данные расходные материалы, они займут в общем-то, с линейки наших медицинских учреждений достойно свое место. Со своей стороны хочу сказать, что мы поддерживаем вот такое направление и будем поддерживать всех тех, кто заходит с инициативой, с новым производством, с импортозамещением и с рабочими местами. Поэтому я хочу только сказать слова благодарности и дальнейшего развития. В условиях экономического давления предприятия республики не боятся рисковать и уверенно прокладывают дорогу новой продукции. Игра стоит свеч, ведь качество, доступность и надежность – неотъемлемые бренды Беларуси. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.